В США мужчина застрелил двух женщин и покончил с собой. Трагедия произошла в штате Алабама. Мужчина, 65-летний Гарольд Миллер, пристрелил двоих членов своей семьи. В американском городе Таллиссе во вторник, 19 июня, мужчина застрелил двоих женщин и покончил с собой на месте преступления. Об этом сообщает Alabama News. Инцидент произошел на парковке возле универмага сети Walmart. Прежде чем открыть огонь, 65-летний Гарольд Миллер протаранил своим авто другую машину. Он застрелил 58-летнюю Трессу Миллер и 75-летнюю Барбару Баттлс. В полиции считают, что между членами семьи произошел бытовой конфликт. Напомним, ранее в США неизвестный мужчина застрелил 4 человек в графстве Джонсон в штате Кентукки, а потом застрелился сам. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.